Шалом. Приветствую вас. Здравствуйте, господа, друзья, евреи. У нас урок с вами «Еврейское поведение». Цикл у нас очень интересный, называется «Жизнь без обид». Это новый цикл, составленный из старых записей. Сегодня вот новая будет запись. Это будет у нас 13-й урок этого цикла. Тохаха ве меха'а. Замечание. Делать замечание. Из главы, которая называется, недельного раздела, который называется «Балак». Вообще, все время у нас лейтмотив на наших уроках проходит тема такая про замечания, что нельзя, недопустимо делать выговоры, замечания и так далее. Так вот, вот пришло это время, уточните, когда их необходимо делать, хочешь ты или не хочешь, и как нужно делать. То есть, говорили на эту тему тоже, очень часто мы с вами, прямо на наших уроках, но вот все равно тема востребована. Я говорю, что надо любить людей, то есть не я говорю, так Тора говорит, а в моем понимании, потому что я даю уроки, надо сделать как можно меньше замечаний. А говорят, как это без замечаний или, например, наказаний, разве можно воспитать ребенка? Так говорят и ссылаются на уроки. А говорят, что в самой Торе написано о том, что мимо нарушений не проходи, в самой Торе сделай замечание, иначе вообще это нарушение будет на тебе. И говорят, что надо соблюдать такой правильный баланс. Ну, рав Пятигорский, ну что это такое? Любить людей, хесед. Надо еще и гуру, прощения и требовательности. Яков, то есть и Авраам, и Ицхак. Много отвечал на эти вопросы, как это делать. Но я еще ни разу не слышал, чтобы требовательность другим людям и замечания, выговоры входили в круг всего того, что называется любовью к ближнему. Понятно, что мы делаем это из любви к нему, но ведь сказано «люби ближнего своего, как самого себя», поэтому делаем ему замечания. Но если мы делаем сами замечания сами себе, то ладно. Книга Бамидбар, 25 глава, 4 стих, прямо на нашей неделе. Там так сказано: «Возьми всех руководителей народа и повесь их для Всевышнего против солнца». Я правильно говорю, нет, Рабарин? Так написано. Повесь их всех. Речь идет о грехе народа. Весь народ согрешил. С дочерями Муава. Просили, устроили культурный сэшн такой. Любовь у них была к прекрасному. И это было недопустимо. И начались нехорошие вещи. В частности, мор пошел среди евреев. Все это происходило вместе с Шитим. Так называлось это место. Моавитянки развращали народ, ну, в прямом смысле. Соблазняли они, в принципе, при помощи средств соблазнения, но призывали поклонению идола, который назывался Бааль-Пеор. И после этого Всевышний сказал Моше: пойди и повесь руководителей народа на дереве. За что? Вот Сфор на комментарии так написал: за то, что видели прегрешение народа и не воспрепятствовали этому, смолчали. Ну, делают и делают что-то. Не возразили народу, не наставили его, не поставили его, не предложили ему исправиться. А почему сказано «против солнца»? Чтобы все видели это наказание. Против солнца, не на фоне солнца, не видно, а против солнца. И все знали, что… Что, чтобы все знали, Сфорно пишет, что недопустимо молчать в некоторых случаях. Особенность – это глава народа. Правда, написано «Отам не повесь, а сделай им внушение против солнца, отчитай». И лишь затем Моше наказал их смертельной казнью. А Всевышний весь народ наказал чем? Мором. Как видим, если мы молчим, видя какое-то преступление, нехорошую вещь, то за это следует наказание. За наше молчание. Вывод: нельзя пройти мимо, когда мог остановить, я не остановил. И получилась беда для людей. И для этого человека, для нас, для всех. Но если никакой беды быть не может, тогда вообще не может быть. Никакой беды из этого не происходит. Как мне сказали на одном уроке, тогда можно идти лесом. И вот, да, там мужчины, идите лесом. То есть не вмешивайтесь. Такое выражение теперь новое есть. Так или иначе, человеку вообще свойственно обращать внимание на проступки других людей.
он замечает их. Свои он не очень видит, а чужие он видит. Особенно, когда он сам страдает от них. Он даже, это уж точно. И написано в трактате Шивот: все евреи – поручители один за другого. Равим. Мы ручаемся, поручаемся один за другого. Вот такое происходит, так написал Рав Соловейчик. Нет, написал Рав Ильяшев. Зацаль. Так написал. Такое происходит, когда один берет суду у другого. Беспроцентную, понятно. Пришел, взял деньги. Тот ему одолжил, в долг дал. А третий ему помогает тем, что он участвует в роли поручителя, рев. Потому что есть опасение, что этого денег не будет, и чтобы человек был спокоен в том, что деньги им точно вернутся, обращается, например, к состоятельному человеку. Я всех тут не знаю, я могу дать ему деньги, но это твой друг. Вот ты поручишься мне за него, то есть согласишься ли ты, если в случае, когда он мне не вернет долг, все может быть. Но если он мне не вернет долг, ты его вернешь. Да, соглашается. Это надо царев. Все знаем тут, кто брал суды в банках. Так вот, и теперь этот человек вообще-то очень волнительно смотрит на эту суду, РФ. Он ничего от нее не получает, он ее не взял. Но если тот, должник называется, взял у кредитора деньги и пошел играть в бега, на бега, как там, ипподром, или вообще тратит их, то этот человек может иметь право прийти и сказать, что ты неправильно делаешь. Вообще-то ты гуляешь мои деньги. Видите, он заинтересован в этом. Он теперь может прийти и сказать, проверить его и сделать ему замечание, и просто знать, что он за это отвечает. Он поручитель. Вот так и в жизни народа. Расплата за прегрешение одного человека ждет всех остальных. Чем ближе, тем больше. И, может быть, даже целый народ. Особенно того, кто мог удержать преступника и не удержал. Вот о чем сегодня разговариваем. Рав Авраам Яков Тотельбойм, известный раввин, он был в Вене, в Соединенных Штатах, это после Второй мировой войны. Он в книге своей привел, записал слова Хофец Хаима. Хофец Хаим выступал, уже будучи пожилым человеком, не совсем старым, а может быть, кстати, нет, просто пожилым человеком, на первом заседании собрания, раввинского собрания, которое называлось Агудат Исраэль, когда раввины собрались вместе, чтобы решать общие вопросы. И это собрание шло в Вене. И он там выступал. Приехал из Польши, из Литвы. Это было одно и то же. И он сказал там, говорил об умении и необходимости вот делать замечания, когда ты видишь какое-то преступление. Многие раввины от этого уклоняются. Не вмешивается. Ашем Язор, Всевышний поможет. И так говорил. Так сказал Хофец Хаим. Это же известный отрывок. Он прям привел отрывок из Бава Батра, 15 лист, вторая страница. Тет Вав. Он там сказал. Скажешь такому человеку, вынь соломинку своего глаза, у тебя соломинка, она мешает смотреть тебе. Откуда взялась эта поговорка? От Бава Батра. Вынь соломинку. Ты не видишь, а я вижу, мешает. А тебе ответит, а ты вынь бревно из своего. Так написано здесь. Кстати, у греков это работает в одну сторону. То, что он ответит. Я ему говорю про соломинку, у него про бревно. А у евреев в обе стороны. Смотрите, как еврейская логика. Потому что возражение, это не стоит выеденного яйца. Вообще-то оно смысла не имеет. У тебя бревно в твоем глазу. Почему? У каждого есть недостатки. Нет человека без недостатков. И поэтому, что ж, теперь нельзя открыть рот, что бы я ни сказал, кто-нибудь сюда придет и скажет, слушай, а ты то-то, то-то делаешь плохо. Значит, получается, что нельзя делать никаких замечаний, потому что у каждого есть, ну, не бревно, а своя соломинка. Видите, как еврейское выражение так звучало, да? Ты исправься. А он говорит, пойди сам исправься. А греческое звучит таким образом. Ты исправься. Так говорит, кто бы делал замечание? У тебя еще и побольше моего. Прямо на эту тему. На самом деле, никто тем уже не интересуется. Нельзя воровать воду из колодца общественного. Каждому по ведру хватает, а ты взял 4. Да? Кто бы говорил-то? А вчера кто проехал мимо меня на машине и не взял меня, хотя у тебя было место трэмпа. Разговор окончен. Оказывается, никому ничего нельзя сказать. Чтобы этого не было, надо не бояться говорить. Хофец Хаим продолжил.
В юности я слышал такую притчу. Был некоторый царь, который ездил, как всегда, цари, они разъезжают в каретах со своими слугами, со всеми свитой, со свитой. И приехали они в одну деревню остановиться, там у них все свое, просто здесь они становятся. И руководитель всего этого похода, турпохода царского, вызвал старосту. Староста, деревня, староста, там было сказано, хоть с кем сказал, найдешь. Он, наверное, подписаться-то толком не мог. Тут ему сказал, смотри, мы приехали сюда и остановились, чтобы не было эксцессов. Если хоть кто-нибудь из твоих пастухов, ну, люди необразованные, бросит камень в карету царскую, и там будет хоть одна царапинка, отвечать будешь ты. Они отвечать не будут. Мы тебя не будем трогать. Их не будем трогать, только тебя. Вот об этом сказал Хофец Хаим. Так он сказал. Это я слышал в детстве, в юности. А вот теперь знаем, что у нашего народа было много разных эпох. Были пророки. Я прям приведу слова, как он сказал. Пророки, Танаим, Амураим, Савураим, Гаоним, Раши и Рамбам. Царей Вити пропустил. А почему царей пропустил? Рыбаре. Это потому что пророки перекрывают царей. Пророки, а потом Танаим, так он сказал. Ученые. Так вот, если в нашем поколении кто-то кидает камень в карету Всевышнего, Меркава, Ашем Всевышнего, то есть проявляет неуважение к Торе, к еврейским законам, очевидно, открыто, выступает против Всевышнего, то отвечать за это будут не Раши и Рамбам. Раши и Рамбам отвечать за это не будут. И даже не люди нашего поколения, а вот мы с вами, сказал он этим людям, которые собрались на Гудат Исраэль в Вене. Ну, понятно, что замечание замечанию рознь, разные замечания бывают. Если просто дергать человека, то это вообще запрещено. Сейчас, видите, Хофец Хаим сказал, и в Торе написано, еще и Пятигорский на своем уроке сказал, что не бойтесь про соломинку с глазом говорить, делайте замечания. Они очень разные, просто дергать человека нельзя, не дай бог, запрещено. Но говорить нужно только по делу. И условия там очень простые, сейчас мы скажем их, а потом я несколько историй расскажу. Надо знать первое, что тебя услышат, запишите, один. Надо быть уверенным, что тебе сейчас ты скажешь замечание, тебя услышат. А не оттолкнуть человека тем, что своим замечанием он сделает еще больше нарушений. Ах ты так, я еще больше сделал. Второе. Надо знать закон Торы. Вообще речь идет о нарушении Торы. Не о ребенок, ну извините, ну, вилкой он чешет свой затылок. Не надо на него шуметь и кричать, при всех тем более, обижать. В общем, уже это в Торе не написано, не чеши вилкой затылок. Поэтому мы можем сделать замечание, сейчас я серьезно говорю фразу, только когда мы видим, что идет нарушение Торы. Вот если в Торе написано, нельзя класть ноги в автобусе на сиденье, которое напротив себя, то в таком случае подойдем и скажем, что ж ты делаешь, нарушаешь Тору. Если этого не сказано, то не надо говорить. Сейчас мы скажем, ну многое же можно вывести из закона Торы, но только не ноги на сиденье, это проверялось уже. Третье, первое, знать, что тебя услышат. Вторая вещь, знать закон Торы, ты раввин сейчас получается. Третье, уметь так сказать, чтобы не обидеть человека, что угодно, если ты его обидел, все, ты сказал плохо. Кстати, бывает такое, что легкая обида допустима. Обида допустима, если только ты уверен, что человек этот, и точно так оно и будет, скажет тебе потом спасибо. И сказать нужно так, чтобы окружающие не решили, что ты выдаешь себя за праведника, за умного человека, смотрите, что ты делаешь, а я не такой. Помните, мы говорили о том, что Рабейну Йона запретил говорить людям «тсс» во время чтения Торы. «Тсс» – это называется, видите, я молчу. Что такое «тсс»? Это я закрыл рот свой. Сейчас многие думают, закрой свой рот, я тебе показываю. Нет, раньше так звучало. Миша закрыл, и ты закрой. Вот это запрещается. Почему? Потому что очень часто делается замечание только для того, чтобы сделать замечание и на этом фоне выступить как праведный человек. Ну и последнее, чтобы была польза этим людям, не тебе самому, а обществу, а не тебе лично. Например, для поднятия авторитета, я сейчас должен сказать, чтобы поднять свой авторитет. Если вы присутствуете на уроке, где говорится о том, что иногда можете сделать замечание, чтобы поддержать свой авторитет родителя, папы с мамой, учителя, лектора Торы, что еще бывает, то это я на этом уроке отсутствую. Говорились, да, это не мой урок. Ну и еще маленькое замечание. Вообще всегда говорю, что для русской аудитории я говорю, всегда говорю,
Слышите слово всегда, да? Никогда, слышите слово никогда, не делайте замечания. Все равно будут делать. Поэтому, когда я говорю, никогда, хоть чуть-чуть меньше. А вот если американская аудитория, те же самые русскоязычные люди, живут в Америке, второе поколение, еще русский язык знает, я им говорю всегда, делайте замечания. Всегда делайте по любому поводу замечания. Потому что они все равно не будут делать. Там другое, другая атмосфера, других, другие порядки. Так живут там люди. Мне там больше нравится. В этом смысле. Про замечание. В Литве так случилось, что собралась одна группа евреев и слушали выступление одного известного даршана. Даршан – это кто? Это человек. Ой, такой хороший рассказ пропал у меня, я его не напечатал. Пропал у меня этот рассказ. Ну, ничего. Одного известного даршана, который сказал, что нужно ввести модернизацию в еврейский ритуал. Потом приехал в город и сказал, что нужно что-то сделать. Я вообще не знаю, что нам говорил. Может быть, нужно микрофон поставить, айфоны раздать. Что там говорил он в течение 130 лет назад? Но, по крайней мере, он говорил красиво. И уже не один раз в этом городе выступал и собирал народу. Пришел один аврех. Сейчас скажем, сколько лет назад было. Аврех – это те, кто учится в колледже, студент. Послушал, как стал кричать, что это апикорсус, антитора, против Тора он выступает. Шум, крик. Между прочим, такое часто, не часто, бывает в нашей, не тоже. Кто-то открывает кружок по кабале. Вот у, я забыл эти фамилии, известные каббалисты на английском, по-русски есть. А вот я сейчас свой кружок открыл по кабале. И у нее этот кружок по кабале, люди думают, что это есть настоящая Тора. Он так считает. Он же с бородой пришел. Он учился в Вишиве, волосы у него, шапочка черненькая. В то время как мало того, что это не Тора, это само отрицание Торы. А уже там сидят еще мужчины и женщины вместе и занимаются изучением этой кабалы на мистическом уровне. Не дай им Бог. В таком случае надо открыто заявить, что это не Тора. В крайнем случае люди тебя не послушают, но бить-то тебя не будут. А вот здесь, когда он закричал «Апикорсус», за ним погнали, чтобы побить за этим аврехом. Он еле убежал от побегов. Мало того, что убежал, он потом переехал в другой город, скрыться от них от всех. Но он стоял на своем. Сказали об этом адмору и Слоним, Слонимскому адмору, крупнейший ученый был того времени. И он захотел с этим аврехом встретиться. Ему сказали, что он уже уехал. Уехал, и теперь... Он уехал через Польшу в Израиль. Тогда адмор прямо в присутствии всех сказал, я его благословляю, этого человека, длинной жизнью. Такую фразу он сказал. И все слышали. И даже записали, по-моему. Он сказал, что такие смелые люди нужны нашему народу. Пускай живет долго. Так и произошло. Этот человек прожил больше 100 лет. Звали его Раф Элиэзер Маншах. Это был он. И в молодости, и он прожил больше 100 лет. Из-за того, что адмор... Я его благословил. Из-за чего? Потому что он не побоялся закричать антитора. Сота. Такой трактат Сота на 11-м листе первой страницы. Там так написано. Три человека сидели у фараона на совете. Там написано, четверо были на совете. Сам фараон. Да еще? Билам. Он посоветовал, что сделать? Убить евреев, утопить их в Ниле. Иов. Билам посоветовал, да, и его самого убили. Как он посоветовал, так его убили. Меда, кенегет, не меда. Иов смолчал. Смолчал, и его наказали страданиями. Потому что он смолчал, он не заступился за евреев. А Итро убежал, и все видели, что он против этого. Он все потерял, он был на самом верху. Крупнейший священник по злопоклонскому этому иерархии. Он все потерял. А как его наградили? Его наградили чем? Во всем Талмуде написано, что Итро получил, что его прямые потомки заседали в Санхедрине. Были мудрецами, которые заседали в Санхедрине. Иову не было больно, когда он узнал о том, что евреев казнят. Но не заболело он ничего. Он не закричал. Поэтому начал кричать, когда ему было больно. Потерял все, богатство, семью, родных, любовь, физическое тело. Боли страшные были. Тогда он начал кричать. А там не закричал, кричи здесь. Почему? Смолчал. История с раввином Шимоном. Фамилия его не указывается.
жил он в царской России. Однажды люди показали ему напечатанную книгу, там прям взяли книгу, раскрыли, и там была очевидная ошибка. Какая ошибка? Там вот так написано. Азпоним леган, леган Эден, а Боштпоним легигеном. Азпоним – это дерзость. Вот дерзость – это для райского сада. Тот, кто дерзок, тот в раю будет жить. А кто Боштпоним скромный, тот придет в ад. И так сказали, даже смеялись. Смотри, это на самом деле должно быть наоборот. Перке, вот там так написано. Дерзкому как раз ад, а скромному рай, Ган-Эден. И так сказал Раби Иуда бен Тейма. Так написано. Перке, вот в пятой главе. А тут написано наоборот. Дерзкий человек попадет в рай, а скромный попадет в ад. Он все начали смеяться, а он сказал, вообще-то в этом есть смысл, и очень большой. Если человек не настолько дерзок, чтобы сделать другому замечание, он может угодить в ад. Скромный пойдет в ад. То есть ему уже готово наказание. Ибо иногда мало кричать, воевать и наступать, надо больше. Воевать нужно. А другой человек как раз дерзок настолько, чтобы дать отпор нарушителю Торы. И он пойдет в рай именно своей дерзостью. Есть и такие, что не из-за своей скромности они молчат и не хотят делать людям замечания, а в силу того, что не хотят просто позорить другого человека. Есть такие люди? Нормально. Не потому, что я скромный, я не скромный. Ну, что я сейчас буду его позорить при всех? А, он такие страшные вещи делает. Сейчас мы скажем, что это может с этого получиться. Останови его, по крайней мере, покажи, что он не согласен. Это тоже ошибка, иногда это большая ошибка. Сейчас мы поговорим на эту тему, что это за ошибка, и откуда, и как она взялась. Да вот прямо здесь и написано. Это важная такая вещь. Есть заповедь сделать людям замечание нарушителям. Только нужно уметь делать замечание самому себе. Если не умеешь делать замечание самому себе, ну не торопись делать людям замечание. Учись делать самому себе, останови себя. Сделай замечание, чтобы... Другому человеку можешь сделать замечание, вторая вещь, чтобы самому предостеречься. Когда ты сказал об этом, ты понимаешь, и других остановил, и себя остановил. Вот есть в Брахот, 63-м листе, первой странице, там так написано. «Увидел соту, откажись от вина». Про соту мы уже говорили. Сота – это такая женщина, которую муж возревновал. И такие у нее были причины. Она сказала, ничего не было, значит, ничего не знаю. Ее приглашают в Иерусалим, в храм. И она там пьет определенную настойку такую, да, из Торы, воду, определенную жидкость. Есть рецепт приготовления, написано. И говорят, слушай, если ты сейчас сознаешься, что ты сделал плохие вещи, все расходимся, ты с ним разводишься, и все хорошо. Она говорит, нет, ничего у меня ни с кем не было. А ведь на самом деле, если было, сейчас идет нарушение какое, мужу будет плохо, потому что мужу карет, муж не имеет права жить семейной жизнью с женщиной, которая ему изменила. Вот почему это требуется. Она говорит, ничего не было, и обманывает. И в таком случае она наказывается, вплоть до того, что она в страшной вещи не происходит, а потом даже и умирает. Вот если человек встретил соту в таком виде перед смертью, он говорит, такая страшная вещь, я видел ее не случайно. Это Рэмз, Симан, сигнал с неба, что-то. И поэтому что? Откажись от вина. Так написано. Какая связь сота, назиром стань, чтобы исправить себя? Почему? Потому что просто знаешь, что это для тебя. Это не случайно. Исправь себя, достань свое бревно из своей головы, из своего глаза. Или остерегись на будущее, что тебя ожидает. Или у тебя уже есть что исправить. Как только ты видишь какую-то неприятную вещь с другими людьми, проще сейчас скажем, отсюда следует. Сота уж настолько крепкий пример был, настолько вопиющая вещь была, встретить такую женщину, увидеть ее, такой антиподарок с неба, что нужно было действительно пойти и дать завет, стать назиром, который не пьет вино, в течение месяца хотя бы, как минимум. А мы, скажем, мы люди простые, живем в мире, где уже нет никакого храма, мы ждем его. Если мы встретили что-то необычное и плохое, то надо посмотреть, ради чего ты это встретил.
Это явный сигнал тебе. И всем людям, которые это видят сейчас. Или тебе что-то нужно исправить. Посмотри, на какую тему этот человек тобой встречен, да, с чем это может быть связано. Или тебе нужно предостеречься от того, что что-то будет. Вот этого мотива у нас еще не было. Мы все говорили, да? То, что есть некоторые симаны, это что-то тебе нужно исправить, какую-то вещь, которая была раньше. Помните, так говорили, да? Что-то пришло, и ты видишь что-то нехорошее. Ты изучаешь то, что ты сделал. А, там я сделал, поступил плохому, плохо поступил. И не сделал еще тшу, делают тшу, и то та беда, в которой сейчас оказался, что нес приходит чудо. Так мы говорили, да? А теперь по-новому, есть еще дополнение. Я увидел что-то неприятное, нехорошее. Ну, например, попал в некоторую беду. Так эта беда для спасения пришла. Мне что-то нужно, что опасаться, чего-то остерегаться. Или в себе, или в других людях. Вот для чего все это делается. Это про соту. Сделай замечание, чтобы самому предостеречься, если ты увидел плохую вещь. И сделай замечание, очень часто бывает, чтобы показать, что ты не согласен. Прямо так скажи, я не согласен. Шуметь, кричать, вопить, как и Равшах, может быть, и не нужно, не всегда нужно. Почему? Потому что он потом скажет, ты же смолчал. Ты же помнишь, как ты молчал? Я сейчас согласился. А есть такой закон, понятно, да? Молчание – знак согласия. Есть такая вещь? Это в русском языке. А в иврите, в еврейской культуре, еще проще. Если некоторый человек увидал, что его вообще поле заняли его, пришел захватчик, и ходит, сеет, а что ему? Он сильный, у него команда, мафия какая-то, захватила нашу деревню. Он идет к раввинам, жалуется, и говорят, что нужно будет что? Отдать это поле. Ну, пока этот хулиган властвует в нашей деревне, пока не приехала полиция, молчат. Но уж если он молчал три года он молчал, и после 3 лет он пришел и сказал, что он давно пашет мое поле, которое я получил по наследству от отца, можно никого не спрашивать. Хазака называется. Хазака на это поле. Это совершенно точно поле не его. Почему? Потому что молчал 3 года. Вот это называется. Ты же молчал. Молчал, значит, что согласился с тем, что поле не твое. Ты же молчал, когда я плохие вещи делал. Значит, ты согласился. Поэтому я их и делал. Вот эти 3 причины, по которым нужно делать замечания. Ну и про Билама мы с вами говорили, и про Рава Шимона тоже мы говорили о том, что дерзкому ад, а скромному рай. Ган-Эден так звучит обычно, а вот иногда дерзкому нужно быть, а скромным не нужно быть. Раби Иуда Цадка, глава Ишивы Парат Йосеф. Он всегда говорил шоферам в субботу, Шаббас, Шаббас. Мы когда приехали 30 лет назад, почти 30 лет назад, после 9 лет отказа в России, мы приехали и жили в районе, который назывался Рамот Гимл. Рамот Алиф, Рамот Бейт, там много нерелигиозных были людей, а в районе Гимл много религиозных и нерелигиозных. Мы у Рав вместе. Это в районе Далит, в Рамот Далит, там были все религиозные. А на нашей улице ездили машины, на моей улице ездили машины. Это непростая вещь. Так вот, Рав Цадка жил в Иерусалиме за 30 лет до меня, за 40. И он, когда видел машины в Иерусалиме, всегда говорил, Шаббас, знай, просто знай, я не согласен. Он не кричал, не шумел, камнями не кидал. Дай Бог, камнями не надо кидать, никто не кидает. Он просто говорил, Шаббас. Пришел к нему однажды, прямо к нему пришел Ешив. Или домой. Банитского вида человек. Это написано было. Бандюга, Аверьен. Его не впустили. Он сказал, что хочет поговорить с раввином. Срочно нуждается поговорить. Ему нужно поговорить с раввином. Все испугались. Рав Цадка, слышишь, что там происходит, он вышел с ним, спрашивает, в чем дело. Тот сказал, что вообще-то я водитель такси. Я однажды, в прошлую субботу, я ехал по Иерусалиму. Мой Иерусалим, мое такси. Я хочу, там езжу. А на перекрестке я остановился. Перед красным светом. Он все-таки стоял перед красным светом. Он не все наружил. И увидел человека, который смотрел на меня, прям с болью смотрел на меня. Что-то болит у него. Еще подумал, что он в больницу повезти, что ли? А он показал мне рукой что-то. Я ему открыл окошко, уже было открыто окно, и спросил, что случилось? Он мне пошептал, Шаббас. Ну, Рав Цадка с Фради, Шаббат. И так мне его лицо врезалось в память, я целый день ездил, все время видел его лицо. Больный человек. Я решил его разыскать. Пришел на то место, начал спрашивать. По описанию сказали, что это Рав Цадка, я пришел к вам. Хочу знать, что в этой субботе такого особенного есть?
что такая боль у вас из-за этого. Что такое суббота, я знаю. Чего вам больно-то? Что там случилось-то? Он его повел на свой урок, и тот стал ходить на его уроки. Не написано о том, что он стал религиозным, но на урок он к нему пошел. Тихое замечание, взгляд. Просто лицо, полное боли, делает больше, чем крик и проклятие. Что ты делаешь? Еще одна история про него же. Раби Иуда Цадка. В одной школе в религиозном районе директор решил ввести некоторое нововведение. И как-то мы говорили уже об этом, да? Айфоны раздать. Что там еще? Это было давно, в те годы. Может, он в кино их повел, учебный, посмотреть фильм. Я не знаю, как кенгуру прыгают. Интересно же. Пришел рав Цадка и устроил молчаливый пикет у его школы. Прямо так сказал. Пикет он устроил. И люди стояли с плакатами, которые пришли вместе с ним. И там были на плакатах: «Вы эту школу детей не сдавайте, заберите их отсюда». Прибежал к нему испуганный директор, вообще все религиозные люди, и спросил: «В чем дело, рав Цадка?» Тот ему сказал: «Вот, нельзя тут учиться». А директор говорит: «Ну что, нельзя было ко мне прийти, мирно поговорить. Может, пройдем сейчас в кабинет. Ну что тут делать, вопли и шум?» Рав Цадка сказал: «Вот скажи, пожалуйста, если ты пойдешь в старый город, и тебе нужно пройти через арабский район, покороче, от улиц, от ворот, Явских ворот, можно не через, по улице Арарат, да, идти через армянский район, а можно прям коротко, напрямую, а потом направо, по этой, там, где шук арабский, и пойдешь по ним. И ты идешь уже, и вдруг ты слышишь звуки стрельбы. Стреляют. Ты что, побежишь выяснять, в чем там дело? Или повернешь обратно?» Ты: «Конечно, поверну обратно». «О, в нашем случае не надо было выяснять мне причины, объяснения. Надо сразу шуметь и протестовать. Ибо плохая система образования хуже стрельбы в арабском районе». Не до этого было, не до разговоров. Срочно все это убрать. Ну, директор, конечно, тоже эти срыли. Иерушалми, евреи из наших. Он не успокоился, вызвал полицию. Потому что история его не приняла почему-то. Пришел офицер полиции и спрашивает: почему вот, как сейчас в некоторых странах говорят, не согласовано с полицией, не согласовано там с Моссоветом, не знаю чем, у вас нет разрешения на пикет. Пикет называется, да? На забастовку вашу мирную. А рав Цадка сказал: как-то нет разрешения, у нас есть разрешение. Офицер смотрит на него и говорит: как так? Что-то я не слышал никакого разрешения. Меня никто ни о чем не просил. Мы ничего не разрешали. Рав Цадка говорит: послушай, сын мой, он был взрослый человек, я тебе расскажу притчу, машаль. Скажи, пожалуйста, машаль очень простой. Прямо на тебе, прямо в твоей жизни. Вот твой начальник дает тебе приказание. Ты его выполнишь или нет? Конечно. Рэбе, конечно. Хорошо. А если с этим, сразу же после этого приказания, его начальник даст тебе другое приказание, а это не надо делать. Какой ты выполнишь, то это или то? Ну, тот все выше по званию. О, выше по званию. Поэтому нам не нужно разрешение из твоей полиции. У нас есть Всевышний. И он нам приказал что? Устроить здесь пикет. Ну, это не директор, это был полицейский. Потом он рассмеялся и ушел. Пикет продолжался. Так написано в этой истории. Есть известный комментатор, Мейри его зовут, звали. Он написал, что в Талмуде Шаббат, 54 глава, или первая страница, или вторая. Вторая. Если человек видит, что его домашние, домочадцы, люди, близкие к нему, земляки его, горожане, делают какие-то проступки, он молчит, так написано в Талмуде, хотя мог бы сказать протест, а его бы услышали, их вина распространяется и на него. Как будто бы он это делал дело, которое он, о котором он смолчал. В Торе написано по-другому немножко. И на тебя пойдет вина. Вина за то, если ты смолчал, что ты смолчал. А в Масехет Шаббас, Шаббат, сказано впрямую, как будто прямо это дело и делал. Тоже нужно изучить каким-то образом. Здесь вещи, которые что? Которые наказываются уже очень страшно. Карет какой-нибудь.
отсечение души от всего народа. Он увидел, что сейчас этот человек сделает, он смолчал, и что теперь ему тоже будет карат. И там целое есть обсуждение на эту тему идет. А Мэри отца добавил, и чем выше человек на общественной лестнице, чем он выше, тем больше он будет наказан. Одно дело, сын молчит, ко всем делается забрать, другое дело, отец. И, но, добавил Мэри, и совсем маленький человек, все равно и по нему, маленький в смысле, в том смысле, что не очень-то с ним считаются. Пока он маленький, он ребенок, или он здесь незнакомый, все равно он понесет свою часть вины. Еще он пишет, Мэри пишет, что иногда надо сделать замечание, потому что если замечания не будет, нарушитель решит, что мало того, что ты согласен, а что это разрешено, что это нет здесь запрета, что это еще и разрешено. Почему? Потому что вот все, видите, Раф смолчал, понимаете? Раф смолчал, это не значит, что он согласился, потому что он тоже плохой человек. Не, Тора согласилась. И мудрецы отметили, что так сказано про Аарона, брата Моше. У Моше был Аарон, брат его. И он был тоже наказан за грех. Какой грех? Помните? За то, что Моше было приказано. Моше, пойди, скажи скале, чтобы она дала воду. Он взял палку, начал, стукнул по ней два раза. И он был наказан за этот же грех. Но он-то ведь ни на чем не стучал. Так вот, отмечено было в том, что он смолчал в этом в наказании. Когда Моше собрался стукнуть, он не отвратил его от этого греха, от этого проступка. Моше хотел войти в Эрец Исраэль и не вошел из-за того, что он это сделал. А Аарон, он хотел, нигде не написано, хотел, не хотел, но умер-то он раньше. Моше. Страшная вещь. В своей книге комментариев на Мишлей. Есть такая книга в Танахе. Мишлей. Как называется? Притчи. Царя Шломо. Царя Соломон. Ага, Гравилинский Гаон пишет, что человек должен поправлять другого человека, исправлять его, если тот сделал нехорошее дело. Это понятно. И если он его поправил, и тот начал делать хорошие дела после этого, то награды за эти хорошие дела будут, и ему часть будет. Не, тому, кто его предостерег, не делал плохие дела. Человек, которого предостерегли, и он начнет делать хорошие дела, он не теряет свою награду, да, Рыбарье? Он получит свои 2 килограмма. Просто еще 1 кило добавится ему, и не за его счета, еще отдельно за то, что он его предупредил. Но если он не остановил второго, тот продолжает, то первый получит наказание за свои плохие дела, за эти плохие дела. Вот об этом пишет Аризаль, на него сослался Ленский Гаон. Сделал хорошее дело, получит награду, также тот, ты его научил, сделал плохое дело, получит наказание тот, кто его не остановил. Понятно, что наказание может быть другое, не карет, но какое-то наказание будет. Поэтому очень сложная жизнь наша. Я вас поздравляю, Идн. Очень сложно. Замечания делать нельзя. Нельзя обижать людей. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Но надо делать замечания. А поэтому учись делать замечания таким образом, чтобы что? Чтобы выполнить эту заповедь и эту. Нельзя обижать человека, потому что «Багатлярах камоха» – надо его любить. А кого мы любим, того мы что? Не обижаем. Ему больно, нельзя делать боль. Поэтому что хочешь, делай, а не обижай другого человека, и в то же время сделай замечание. Например, научи его, как правильно себя вести. И, по крайней мере, не делать для того, чтобы он тебя уважал, и чтобы тебя смотрели на тебя снизу вверх. Или что еще? Почему? Чтобы подумали, ой, какой ты праведный человек. Ты так не поступаешь. В таком случае лучше рот не открывать. И поэтому мое личное предложение, православечку, знаешь, как Рэбарье? Очень простое предложение было. Но сделайте свое замечание в виде просьбы. Ну, не ешь ты эту свинину, пожалуйста. Вообще-то ее нельзя есть. Поэтому я тебя прошу, не ешь. Вы слышите? Ее нельзя есть. Я тебя прошу ее не есть, сын мой. А теперь другая фраза. Не ешь свинину, ее нельзя есть. Я тебе запрещаю есть ее. По-разному слышится. Я даже голосом не выделил, в какую сторону, правильно ведь? Одинаково сказал. Я тебя очень прошу. Почему? Запрещается. Поэтому прошу. А другая вещь. Я тебя очень прошу. Почему? Потому что я тебя запрещаю. Другая вещь. Это один из способов. Тосафот трактату Шаббат
А вот как раз шаббат другая, другой лист, 55-й лист. И написали, если видно, что не последует вашему выговору, это важная вещь, вот где это написано. Вот когда спрашивают, где написано о том, что если он не услышит, нельзя говорить, да это Тосафот на шаббат. Он не последует твоим словам, твоему выговору, запрещено делать выговор. Более того, пусть лучше нарушит по незнанию шогег, так пишет Тосафот, пока ты его не предупредил, он же не знает, что нельзя. Просто мы думаем, что он не послушает. Вы понимаете, о чем сейчас речь идет? Он еще не знает, можно ли нельзя поступать. И сейчас ты думаешь, вот сейчас я ему скажу, и он узнает. Если ты уверен, что он тебя не послушает, то будет плохо. Почему? Пока он не знал, что гег называется. Это одно. А второе, если он знает уже после своих слов, это будет мезид. И его накажет намного сильнее. А если мы сомневаемся, услышит он нас или нет, надо действовать в предположении, что услышит. Такой вывод Тосафот был. Это называется тохаха в меха. Тохаха – замечание, меха – несогласие. Несогласие с ним. Протест, возражение. Первое – выговор. Зависит от того, кому ты это говоришь. Если не услышит, то не услышит, говорить нельзя. Это вещь вообще мягкая, гибкая. А вторая – ни от чего не зависит. Протест ни от чего не зависит. Когда тебе наступит на ногу, ты же будешь представить независимо от того, обидишь ты его или нет. На ногу тебе наступили. Надо исправить это дело. Так поступил Пинхас, который убил кого? Руководителя колена, колена Шимона, который привел в шатер медианитку. Мы говорили об этом уже. Он их убил обоих. Мы никого убивать не будем, но и смолчать мы не смолчим. А вот история, которую я думал, что ее здесь у нас нету. Рав Михаил Иуда Левкович рассказывал. Он был в Тель-Авиве. Я ее рассказал уже дважды. Это моя любимая история. Я даже устно рассказываю на своих уроках. Он был в Тель-Авиве, и там он молился в одной синагоге. И посреди молитвы стали люди разговаривать. Вообще запрещается вот посреди молитвы разговаривать. Бывают такие синагоги, там раввины молчат, чтобы не делать замечаний. Ну, по разным причинам можно выяснить это. Так иначе, это был в Тель-Авиве, это было не в Киеве, в Одессе, в Донецке, в Москве, в Владивостоке. Это было в Тель-Авиве, в еврейском месте, в городе. И после молитвы поднялся раввин синагоги на биму и сказал, как он их остановил, послушайте. Рассказывают, что когда Хофец Хаим в другом городе, не в своем городе, молился в одной синагоге, люди там разговаривали во время молитвы. Не между молитвами, когда он помолился, а прям вот шац, хазан говорит, в это время нельзя разговаривать. А они разговаривали. И никто не узнал, что это Хофец Хаим. Во-первых, его не знали, он молодой был. И говорили прямо при нем. И после молитвы он поднялся на биму. Знаете, часто поднимаются и говорят, помогите, пожалуйста, с такой-то помощью, да, вот такой-то листочек, такой-то раввин сказал, там тот-то нужно сделать. Часто бывает такое. А он поднялся на биму в синагоге в Тель-Авиве и сказал, когда я предстану перед Всевышним, все мы предстанем перед Всевышним, отвечать свои дела будем, и я предстану, и будут рассмотрены все мои поступки, и боюсь, что там меня спросят, ты что это, был в таком-то городе, такого-то числа, какое сегодня число, ты видел, как люди разговаривают во время молитвы, и не остановил их, они говорили, прямо в молитве, в твоем присутствии, за это понесешь наказание. Так вот, евреи, чтобы этого не было, я сейчас поднялся перед вами и говорю, вам я говорю, я вас предупредил, чтобы у меня наказания этого не было. Делайте, что хотите. Он не так эмоционально, может, сказал, мне это очень понравилось. Хофец Хаим, у нас осталось 14 минут. Хофец Хаим. О нем рассказал раб Яков Нейман. Хофец Хаим прибыл в Чернигов. Есть такой город. Чернигов. Хороший город. Там ему сообщили, что один еврейский предприниматель нарушает субботу. Бизнесмен. Торговец. Нет, не торговец. Фабрика у него. Мефаль. И работает, и чадит прямо по субботам. Был он вообще-то верующим человеком. Хофец Хаим пришел к нему, слушай, ты верующий человек, я твой папа хорошо знал, ты что здесь делаешь в Чернигове, небо коптишь по субботам? Тот сказал, я не могу закрыть фабрику в субботу, это выше моих сил. Моя фабрика дает 4000 рублей доходу каждый день, 4000 рублей доходу каждый день. Как можно отказаться от 4000 даже за один день в неделю, в субботу, 4000 рублей.
таких денег никогда не видел. Вот сам я уже работаю 2 месяца, что-то необыкновенное. Ховец Хаим спросил его, а работают у тебя евреи или нет? Он говорит, ну, работают, но их очень мало, очень мало. Ну, все больше местные. То есть черниговские евреи не работают в субботу. Работают, значит, немного, да? Получается, что ты заставляешь их нарушать субботу. Нет, не заставляю, ничего не заставляю. Не могут уволиться в любую минуту. Уволиться. А что, в другом городе есть фабрика? По этой профессии есть еще, что они могут устроиться? Есть фабрика, есть, да, фабрика есть. Не такая большая оплата, ну, поменьше. Правда, евреев-то они берут. Такая фабрика. Значит, твоя фабрика единственная на весь город, да? И ты заставляешь работать в субботу евреев. Послушай, ты знаешь, что на тебе большой грех? Откуда следует, что у тебя большой грех? Написано в Торе. Послушай. Шешет ямим тавод. Так прям говорим, да? И в кидуш говорим. 6 дней работы. Зачем написано 6 дней работы? Да мы и без Торы знаем 6 дней работы. Вот когда Тора пишет в субботу не работай, это нормальная, да, фраза. А 6 дней работы. Зачем же говорить об этом? 6 дней работы. Все знают, что 6 дней недели мы можем работать. Но суббота запрещена. А вот зачем написано. Потому что дальше написано. Бейом ашеви тишбот. А в 7-й день отдыхай. Мы могли бы так подумать. Если ты будешь работать 6 дней, то только тогда отдыхай в субботу. Не работай, в субботу не отдыхай. Нет, не так. Работай 6 дней. Независимо от того, работал или не работал, отдыхай в субботу. Ничего не делай в субботу. Если будешь устраивать себе субботу, субботу дней, то будет у тебя работа в остальные дни. Вот о чем написано. 7 дней работай, а в субботу отдыхай. И из-за того, что будешь отдыхать, у тебя будет работа в эти дни. Хозяин фабрики так сказал. И что? Неужели Рав хочет сказать, что Тора устанавливает мне режим, рабочий режим на фабрике? Мол, если у меня есть субботний отдых, фабрика работает. Если не соблюдает, то не работает эта фабрика. А я говорю по-другому. Моими усилиями, моим трудом работает вся эта фабрика. Ховец Хаим сказал, ну, разбирайся сам. И ничего не сказал больше, ушел. То, кому пришел, Ховец Хаим пришел. И расстались. А через полгода революция пришла в город Чернигов. Великая Октябрьская. И началась гражданская война. Тот еврей все потерял. И еле спасся. Он бежал в другую страну, в Польшу, через Польшу. Потом оттуда уже, он был религиозный еврей, написал Ховец Хаиму. Рав оказался прав. Цедек. Именно. Тора установил мне, сколько фабрики работать. А какая работа прекращается. И это зависело от меня. Если бы субботу не нарушал, ничего бы не потерял. Вот я от себя прочитал этот рассказ и так подумал. О, как интересно. От одного еврея зависела вообще судьба всей России. Вот не работал бы он в субботу, не революция бы не пришла, по крайней мере, в Чернигов. Это шутка, конечно, но в этой шутке правда. Почему? Потому что если бы этот еврей не работал, значит, такие условия в еврейском мире, такая атмосфера, такой общий подход к Торе, к Всевышнему, к субботе. А это означает, что тогда бы евреи, может быть, меньше участвовали бы в революции. А это означает, может быть, все пошло бы совсем по-другому, если бы евреи соблюдали Тору. Рамбам написал, все мы бейноним. То есть даже от нас зависит, куда миру качнуться. Любой человек, который говорит что-то такого типа, подобное, ну что от моего действия может произойти, хорошего или плохого. Часто говорят, я и голосовать не пойду, от моего голоса ничего не зависит. А уж теперь Пятигорский, Кушнир, Рав Кушнир и прочие рабаним, что мне рассказывать, от меня что-нибудь зависит в этой жизни? Зависит, так написал Рамбам. Дело в том, что в мире есть хороших дел очень много и плохих дел много. И вполне возможно, скорее всего, так оно и есть, они уравновешивают друг друга. Ни плохие дела не перевесили хорошие, и если бы они перевесили, мир бы был уничтожен, качнулся бы в плохую сторону, и все, конец. Или же хорошие дела бы перевесили, бы Машиах пришел, он не приходит. В общем, мы находимся на той узенькой дорожке, на том заборе, даже не на дороге над пропастью, а прямо на заборе. Не так доски лежат, а вот так, что все поровну. И твои дела тоже, все поровну. И вот от этого дела, которое сейчас ты делаешь, а у тебя все поровну, все зависит от того, в какую сторону все качнется. Куда ты качнешься, и куда качнется весь мир. Вполне возможно, знаете, вот плывет лодка, корабль, самолет, им такое происходило. И вдруг децентровка, и он ушел
на крыло лег и уже не вырвался, и упал. Или же лодка раз и черпнула, и утонула. Почему? А там бочки не привязали внизу, на нижней палубе, в трюме. И когда шторм был, они перекатывались. И получилось, что они перекатились в одну сторону, все бочки, ну и перевернулось. Так вот, сейчас, возможно, все происходит ведь из-за какой-то одной бочки. Она переполнила все это. Ну, не 28 бочек, но 27. А может, 16. А может, одна. А может, ты встал ногами, вот здесь была линия этого корабля, ты встал сюда в это время, критическая ситуация, когда все идет на раскачивание, а мир всегда идет на раскачивание. У него неустойчивое равновесие. У него равновесие неустойчивое. Он обязательно выйдет. Не как шарик, который стоит на вершине синусоиды, горы нашей. Он или сюда скатится, или сюда. Вот если он лежит в ямке, вы его выведете из состояния равновесия, он вернется, это устойчивое равновесие. А на горе любое состояние неустойчивое. Чуть-чуть вдохнешь, и все, камнепад, шарикопад пошел, и все исчезло. Поэтому не наступайте в своей жизни чуть-чуть в плохую сторону. Действуйте в хорошую сторону. Рабби Эльханан бен Вассерман. Он собирал для Ешивы деньги. А где он их собирал? Он их собирал за границей. В 40-м году был в Англии. Там давал лекции. Лекции он давал не только для сбора средств, но и для усиления чего? Веры. Хизук. Чего-то для этого он занимался. Хизук – это укрепить людей в вере. И в Англии посетил одну Ешиву. И там учились вообще представители всех движений. И такие, и сякие, и черные кипы, религиозные сионисты, вязаные кипы. И они ему сказали, что нужно уезжать в Израиль. Даже если ты ничего не соблюдаешь, вот что они сказали. В то время сейчас так не говорят, а в то время так говорили. Любые евреи должны ехать. Да. Так написано, так они сказали. Рав Вассерман, как известно, жил и преподавал в Литве. Город Барановичи. Он погиб от рук фашистов, кстати, вместе со всей Ешивой. На лекции он сказал, когда он там выступал, в Торе написано, Бамидбар, 23 глава, 9 стих, сказано, Билам, так сказал, вот народ живет отдельно, среди остальных народов он не числится, нету среди остальных народов, 70 народов, не сказано 71, ну, как будто бы не в списке этих народов, народ Амм, среди народов Гоим, да, народы Гоим, чем Амм отличается от Гоим, один народ еврейский отличается от остальных народов, тем, что Гоим прикреплены к земле, страна их обитания, в том месте, где они живут, делает их народом. Только он уехал, называется иммиграция. А Ам – это те, в которых народ делает не их страна, а что-то другое. Вот это называется Ам. Что нас делает народом, где бы мы ни были? Соблюдение заповеди. То есть, еврей может ехать в Израиль, но там он не становится тем евреем, каким его хочет видеть сама Тора. Он просто житель Израиля. Вы хотите увеличить жителей Израиля или сделать евреев евреями? В то время как соблюдающий Тору еврей, еврей везде. Правда, от себя добавлю, что однажды, как только знак Машиха появится, Машиха пришел, придется приехать в страну Израиля вообще всем. Тут часть учеников встали на этой части лекции, у них было тяжелое отношение с Равом Вассерманом, он вообще выступал немножко, вот так вот задириться с религиозными сионистами, все это знали, встали и вышли. И после Рава Вассермана, после лекции спросили, ну что, он не вредит ли он своей цели, хизуку, укрепить людей в Торе такими речами? А ответил он, сколько своими речами, дадут ли тебе деньги? Он же за деньги он приехал в Англию. Он сказал, сколько мне собрать денег, об этом уже решение на небесах принято. Но есть вещи, которые зависят не от небес, а от меня. Это исполнение слов Торы. Ну, я от себя добавлю, я себя добавляю на всех уроках, я привожу эту историю, по-моему, я уже приводил ее, и даже в этом цикле лекции. У меня очень много друзей, связанных кипой на голове. Слава Богу, это патриоты еврейского народа, большие праведники, учатся, работают, много полезного делают. Я так считаю, что еврей делает некий кипа на голове, так сказали мои учителя. Хоть черная, хоть вязаная. Кипа должна быть, но не в кипе дело, не только в кипе дело. Евреи делают его еврейский дела. Его Тора, та Тора, которую он учит и исполняет. Исполняет каждый день, учит каждый день. А вот другого-то как раз и не дано для определения еврейства. Нельзя ограничиться только кипой, минимальным кашрутом. Вот мы свинину не едим. Одним-двумя уроками Торы в неделю. Не годится, это очень мало.
нельзя бороться за Израиль, защищая его в интернете или расхаживая с флагом Израиля по городам мира, показывая, что ты выступаешь в его поддержку и не исполняя ни одной заповеди. Этого недостаточно, по крайней мере, выступать за Израиль. Это самый легкий путь. Есть необходимый путь соблюдения заповедей. И в первую очередь тех заповедей, которые что? Между человеком и другими людьми. Мусар, Агават Исраэль, Агават Цион между евреями. Покажите мне, я сейчас спрашиваю, как вы разговариваете со своей женой, своим мужем, своими детьми, просто с прохожими, как вы разговариваете, я скажу, какие вы евреи, а не какая кипа у вас. Я говорю, мне это не интересует. Как известно, не такое правило, не меняют обычаи в синагоге. Вот где принято петь кантору, группе певцов поют, а там, где не принято, песни не делают. В хоральной синагоге, например, в Москве, там мои друзья, замечательные люди, замечательные раввины, там поют, там положено петь, а вот где не принято, там уже и не вводят. Рав Ицхак Зеев Соловейчик в городе Бриск, где он был раввином, сказали, что тут в одной синагоге вводят канторское пение. Не было, а теперь есть. Он сказал, такого не бывает, это же называется. Их родители бы, те люди, которые основали эту синагогу, которые молились до них раньше, не согласились бы с этим. И он сказал, что уже поздно что-нибудь отменять, потому что сегодня у них первое выступление. В эту субботу канторское пение. Сейчас будут распевать там. Но это прямое нарушение. Снова говорю, ничего страшного в канторском пении нет. Это замечательная вещь. Но не принято менять минхаг в синагогах. Он пришел туда, и только они поднялись наверх, Габай сказал подниматься, Рав Соловейчик, он тоже был уже пожилой, тоже поднялся вместе с ними, встал между ними и сказал, опускайтесь, уходите, терду. Рав говорит, они спустились. Габай прибежали, они знают Рава Соловейчика, всегда он воду мутит, пускай все синагоги командуют. И сказали, поднимайтесь, зарплату не дадим. Рав не дает зарплату. И они поднялись, чуть приделать. Шумят. Рав сейчас молчит и пойдет. А Рав Соловейчик вместе с ним спустился. И он тоже поднимается, тоже стоит и говорит, спускайтесь отсюда. Вот ведь Рав какой. Ну, нельзя. Нельзя слушаться Рава. Кто из них сильнее, неизвестно. Они спускаются. Рав Соловейчик спускается. И так продолжалось несколько раз. Потом Рав Соловейчик такую фразу сказал. Тут чувствую, силы-то у меня оставляют. Я не могу больше подниматься на эту биму. Я поднимусь, когда последний раз. И вот он поднимается за ними. Уже третий, четвертый раз. Габай поднимается он. Говорит, спускайтесь. Вернее, все спустились. Сейчас снова Габай говорит, поднимайтесь, поднимайтесь. Он говорит, все, больше не пойду. Все, больше не пойду. Сил моих нет. И в это время женщины, которые сидели в Эзрат Нашим, начали кричать. Они сами выступают за раввинов, это еврейские женщины. Слушайте раввина, слушайте рэбы, что вы там делаете? Габай на мыло называется, да? И так они возмущались, что они подошли вот к этой стенке, которая там стояла, и она упала. Там люди разбежались. Это было чудо просто. И упала эта стенка, все поняли, что никаких Габаев в этой синагоге быть не может. Само небо выступает на стороне Рава Соловейчика. Ведь он не кричал, он сказал только, тот, кто старается Лешем Шамаем во имя небес, тому сами небеса помогает, а Габай сам смолчал. Ну вот и все, что я хотел сегодня вам рассказать. А мы с вами, что мы с вами делаем? Запомните, никогда не делаем замечаний другим людям. Но знаем, что мы несем ответственность за то, что мы видим перед своими глазами. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы нарушений не было. А уж как, это ходите на наши уроки. Удачи вам во всем, всего хорошего. Шалом, шалом.